До 9 мая осталось меньше 2 недель. Это самая горячая пора для всех подразделений администрации. Формат проведения традиционный. Парад Победы состоится в любую погоду. А вот уже традиционная акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в новом формате. Где-то в личных автомобилях портреты наших отцов, наших дедов. Завтра я собираю весь рекламный бизнес. Буду спросить их, чтобы все рекламные конструкции они освободили от своей рекламы. И на неделю были развешаны портреты участников Великой Отечественной войны. Ко дню города в мэрии идет не менее активная подготовка. 27 мая состоится фестиваль «Счастливый Хабаровск», который планируется провести еще более масштабно, чем в прошлом году. На улице Муравьева-Амурского от Широнова до Комсомольской площади появится порядка 10 тематических площадок, которые заполнят предприниматели города. Мы повторяем, маленько расширяем этот фестиваль, потому что очень много заявок поступило к нам на участие в этом фестивале. По просьбе участников прошлого года мы расширяем площадь. В этом году мы будем закрывать движение от улицы Широнова до Комсомольской площади. Виктория Зыкова, Иван Яковлев. Смотри Хабаровск.